День студента в Ивантеевском парке открывают под Линкин Парк. Танцевальные и вокальные номера – всего лишь разогревающий этап. На коньках к празднованию присоединяются студенты, взрослые и школьники. Студенческие годы – самые лучшие годы в жизни человека. Можно пересечься с новыми людьми, познакомиться, поделиться контактами и в дальнейшем продолжать общение. Ну, это веселье, наверное. Это беззаботные дни, когда, можно, не переживать ни о чем, когда можно собираться с друзьями, потому что, чем больше времени пройдет, чем станешь старше, я думаю, начнется какая-то рутина. Ну да, весело было. Переживания перед экзаменами. Ну, это все прикольно было. Дружба с одногруппниками, с однокурсниками. Ну, все вроде. Ну, тусовки, конечно. Студенты, они на самом деле очень классные и энергичные. Особенно если студенты еще работают во время учебы, это вообще очень круто. И прям могу им позавидовать. Сама я очень хочу стать студентом, поступить на журналистику в Высшую школу экономики. На катках праздник отмечали по всему городскому округу Пушкинский. Для студентов вход везде сделали бесплатным. Иван Чинаев, Фарид Галиев, Мария Барсукова. Новости Большого округа.